Всем привет, мои дорогие друзья! С вами опять очередной ролик помогалки. А сегодня мы разберем проблему такую, как с программой HLDJ, а именно, когда заходите в игру, вы слышите самого себя, вы не слышите, ну то есть у вас вроде бы все работает, звуки вы там нажимаете LA, они у вас вроде прогрузились, вы выбираете звук, нажимаете, соответственно, у меня это клавиша F4, у вас это может быть любая другая клавиша, и вы слышите сами себя, либо если у вас там, может быть, выдернут микрофон, да, но он как бы подключен, но выдернут, у меня такой возможности есть, то вы слышите, ну, шумы, в общем, все что угодно, только не, как говорится, то, что нужно было бы слышать, да. Что же мы теперь делаем? Это, в принципе, только вот недавно ко мне пришло, я столкнулся с такой проблемой сам, после перестановки Windows, там, да, перехода на SSD-шник. Значит, свойства, дополнительные параметры, параметры среды. И, значит, я скажу те действия, которые мне помогли лично исправить эту ошибку. Первое, это добавление user local CSGO в параметры среды пользователя амнезия, ну и системные переменные я тоже добавил, хотя мне это не помогло. У меня оно стояло, я с этим пробовал зайти, мне не помогло. После добавления в переменные среды пользователя амнезия мне это помогло. Нажимаем ОК, ОК, перезапускаем Steam профиль ваш, точнее полностью Steam закрываем, открываем. Для полностью, можно сказать, убедительности, что-то все заработает, можете попробовать перезагрузить компьютер, для меня это меньше минуты. И следующим действием, которое, может быть, мне помогло, это я перешел во вкладку, так, самих, с этого Steam, Steam Apps, Common, Counter-Strike, CSGO, KFG. Я удалю все к чертям, все KFG-шки. Это сбросило игру, соответственно, на дефолтные настройки полностью. Также потом я проверил целостность кэша. Все сбросилось, вернулось на дефолтные настройки. Но после захода на сервер я уже увидел то, что у меня все сработало. И теперь давайте повторим, какие действия нужно сделать. Первое. Какие действия сделал я, после чего у меня заработало наконец-то эти сраные команды, да, вот эти единички и так далее. Первое. Это полностью удаление всех KFG с папок CSGO. Второе. Это добавление параметра среды и в системные, и в переменные среды пользователя. И в системные переменные. После ОК, перезапустил Steam. Зашел в Counter-Strike. Все. Далее один раз написал access hldj нижнее подчеркивание init, все, у меня все, ну, начало работать. Следующее, значит, небольшой бонус, так сказать, к этой ошибке, что делать, например, когда у людей, хотя вот этот вопрос, который сейчас я задам сам себе, он очень много ответов его в интернете, я не знаю, почему люди до сих пор его не нашли. Я сам лично с этим сталкивался и разобрался, в чем проблема. Что делать, если у вас звук барундучков, ну, или очень быстро проигрываются те записи, которые вы скачали? Одна из этих причин – это то, что эти записи в другой, не помню, там, герцовка или что-то такое, то есть… Решение варианта такой проблемы 2. Либо вы качаете какой-то там аудиоконвентер, который разрешает вам, по-моему, Audio City называется. Или заходите, просто пишите, как сделать свой звук для HLDJ. Там куча видео, и там рассказывается, с какой нужно герцовку ставить на видео. Либо же вы делаете все очень просто, господа. Я не знаю, почему вы такие тугодумы. На новой версии давно уже есть конвертер. Аудиоконвертер. Здесь вы пишете, соответственно, откуда будут браться файлы, здесь вы будете, куда они в итоге вам перейдут, и здесь вы выбираете CSGO. Вот тут у вас есть engine, не source, ставите CSGO, и сами прям с помощью этой программы конвертите себе игру. В принципе, я не знаю, что вам
еще осталось. То есть вы можете эти же файлы выбрать, тут же себе их переконвертнуть в свою папку, которую вам назовете, потом указывайте в эту папку или заменяете файлы со старой папки в эту же папку, то есть, ну, все, они у вас заменятся, конвертнутся в нужную герцовку, типа, и после этого вы просто указываете, они работают. То есть Hello DJ для этого, в принципе, уже все для вас, за место вас как бы сделал. Вот. Ну, если я кому-то помог, ставьте лайк. А если кому-то не помог, вы можете, конечно, написать вопрос в комментарии. Но смогу ли я вам на него ответить, так как это... Я точно не знаю, что мне помогло решить эту проблему, потому как я рассказал все, что я сделал поэтапно. И если вам помогло, ставьте лайк, напишите, что я красавчик, а еще лучше подпишитесь. Всем спасибо, с вами была Амнезия, всем пока.